Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рейдж, все как всегда. И сегодня, как я вам и обещал, собственно, еще очень-очень-очень-очень давно, поедем открывать на свой страх и риск просто контейнеры в порту. Так что присаживайся поудобнее, готовь что-то покушать, и мы начинаем. Собственно, подходим к банкомату, снимаем просто деньги мои сокровенные, просто, которые я никуда не тратил. Ну, сколько снять? Ну, давайте где-то... Все, не хочу, я не хочу ни на это смотреть. 13 миллионов! Я ебнулся, реально, пацаны. Дорогие открывать я, конечно же, не буду, но... Да-да! Короче, буду открывать я сегодня дешевые контейнеры. И средний. Ну, средний еще не точно, но дешевый это точно. Вот, я надеюсь, что я не уйду прям такой жесткий минус. И в плюс я тоже вряд ли уйду, но скорее всего уйду в минус. Так что давайте сразу поддержим этот видос с лайком. Летим просто в порт. Они уже где-то, кстати, уже 15-10. Они уже где-то должны были быть открыться. Они только появляются в 3 часа дня и в 9 часов вечера. Вот я вам напоминаю, хотел открыть раньше. Писал админам, они на меня просто хрен забили. И мне тупо не отписывали. А, конечно же, просто пиар бесплатно, деньги не дают, на сервере не помогают. Охуенно же, охуенно. Все, аукцион контейнеров начался. Кстати, очень мало людей. Кстати, с Лехой можно снять этот битву контейнеров. Если что, можете заспамить ему в комментариях. Типа, go от Эвана, мне будет очень приятно. Типа, go контейнеры с Эваном. Этот контейнер за 500, но ставка уже есть лям 200, поэтому давайте лям 210 поставим. Там, конечно, шаг лям 205, можно 5000 шаг, но пофиг. Собственно, открываем. Вы можете сказать, почему игроки ставят такие вот бредовые цены на такие вот контейнеры? А потому что все-таки дроп... зависит от цены. Хотя не хотел вот это верить. Вот я думал, что это какой-то бред. Но реально дроп зависит от цены. Лям 900, ну иди в жопу. Короче, пацаны, если... Вот я видел, просто два раза ходил, не открывал ни на серию. Если ставить 500 тысяч, выпадет тебе мотоцикл, который уйдет там в минус там. Либо выпадет приора. Что-то такое. Больше ничего не видел. Если ставить 3 ляма, выпадет там буквально сивик. Я видел, и все вроде. Еще что-то было, уже не помню. Где-то в районе 3 миллионов. Короче, если ты уходишь в минус, то не на большой. Бедроки не надо. Если уходишь в плюс, то тоже не на большой. Ну, конечно, можно словить хороший плюс и хороший минус. Это на самых дорогих контейнерах. Но я пока что еще не готов. Но если мне там кто-то лямов 100 задонатит, то я, в принципе, был готов. Блин, вот это... 1,5 минуты ждать на этих контейнерах, это капец, на тех будет быстрее. Лям 250, вот вангую, что мне выпадет либо слива, либо супра. Либо супра, либо супра. Я думаю, Мазда. Супра, бля. Супра, бля. Окей, открываем контейнер. Чел, если чё, я за ним. А, спасибо, да? А тут уже нет очереди. Спасибо, спасибо, спасибо. А чё это за бред? А можно я зайду? Бля, тут как бы 1,2 миллиона. А можно я зайду, ставят, пацаны? Эван. А как вообще продавать, пацаны? Так забери или чё? Зайди, встань, встань. А, вот. Эван, ты где? Все, понял. О, 50 тысяч плюса. Нормально. Так, пацаны, окупились. В принципе, нахуй оно нам надо. Поехали уже сюда. Давайте, давай я вот на этот поставлю. Не буду пацана перебивать. Давай поставим сюда тоже 3 ляма. Хотя нет, давайте 3500, чтобы ближе было бы к этому джипу, вот этому Рубикону и Цешке. Можно, конечно, сейчас офнуться и ставку убрать. Но мне кажется, я дохуя поставил. Зачем я 500 тысяч переплатил? Ой, ебанько. Что, вместе открываем или по отдельности? Давай. Давай вместе, давай. Я считаю. Раз. Подожди, сейчас на метку сдую. Раз. Так уже два, три. Какая разница? А, я не видел. А, бля, цивик. В минус, да? Цивики тупо. А, бля, 3 ляма. 50, у тебя минус 500, знаешь. Заебись. Тысяч. Что, открываем? Давай. А, цивик, бля. В прошлый раз такой ставки 3,5. А типа он тоже цивик. Ты что, тоже цивик? Бля, ну что, я хоть не в минусе. Цивик. Я хоть в ноль ушел. Бредовый контейнер вообще пипец. Согласен, надо ставить побольше. Не хватило, чтобы... Открывай. Так, ну, давай я поставлю 4, посмотрим. Главное, чтобы не цивик, блядь. Нормально. Главное, чтобы не цивик. Ну. Ну, с богом, как говорится, да? Так че, угу. 9 лямов только что потерял. Эх, надеюсь, что-то годное выпадет, пожалуйста. Тут у меня друг... Минус 500 опять. Капец. А он сколько стоит? 4 ляма, 3 500, опять минус 500 тысяч. Слив, просто, блядь, просто капец. Проказник 01, привет.
Короче, открываем. Я думаю, это будет минус. Бля, минус сколько он стоит? Да, то сами, я. Бля, с минус 100 тысяч. Капец. А потом кто-то полдук перебил. Эй, вы начинай. Чё, пацаны, лям 900? Кто там говорил Камри, давай? Субару. Тут очередь стоит, скандер. Да чё, минус 200 тысяч, та бля. Капец. Да ёбаный. Короче, этот контейнер забирал, забирал, забирал. Зачем я это говорил в голосовой чат? Он должен мне отдать. Я ставлю 5 лямов. Я упоролся, да, пацаны. Я капец как упоролся, но я ставлю 5 лямов, все. Ну что, там ставочка получается уже? Да, я что-то упоролся жестко. Сейчас должна быть либо цешка, либо вот этот джип, который большой такой, Рубикон этот. Или как он? Рэнглер? Рэнглер, да. Уже минус лям 200. Нормально. Только на супре 50 тысяч потерял. О, мажор. Пацаны, наверное, добью 10 лямов и больше сливать, короче, не буду, потому что это, ну, блин, это бред. Эта система придумана для того, чтобы просто сливать у мажоров бабки, чтобы немножечко очистить экономику, как бы. Вот, но я же не буду идти на их провокации. В принципе, не шел, если я не был ютубером, но мне же надо заснять, и мне спрашивали, что там по контейнерам будет, что-то не будет. Вот, в принципе, будет, да, в принципе, я всегда хотел его открыть, вот. Но я думал, я сначала буду открывать вот этой бичевой, а потом средняя, потом... Тут вообще выпадает хоть с этих контейнеров? Да, вообще без понятия, сейчас посмотрю. О, Е60, ну... После раз так купался? Е60? Е60? Блять... 3500 на минус полтора. Ладно, давай поставлю последний раз. 5400 поставлю просто последний раз, вот и все. 5400? 5400, да, я упоролся, но я поставлю. Я хочу что-то уже выбить нормальное. Блин, я уже четвертый или третий раз ушел здесь на минус вообще. Сколько денег сюда надо ставить? 3, как бы минимальное, но я поставлю 5400. Все равно, сколько денег? Бля, если вы подаете 60, я просто в жизни, блядь, в этот квадрат не приеду. Это капец, я приезжал 4 раза, смотрел, пацанам плюс-минус, маленький минус, либо маленький плюсик, но мне вообще сейчас минус-минус-минус-минус уходит. Короче, идти на бичевые, там хотя бы минус маленький. Тупо минуса здесь, тупо минуса. Тупо минуса, да. Сегодня прям вообще минуса. Ну, хоть ничего потерял. Это чисто слива, я не знаю, что даже хуже, рулетка или это. Что выпадет, я 60 опять, да? Не-не-не, Не говори, только... Бля, CLS. А сколько он стоит? 5900. Пол 500 тысяч поднял. Перед этим слил полтора ляма на E60, да? Ну не ставь лучше больше, не ставь. Сколько поднял? Я? Минус 2 ляма. Пацаны, лям 300. Открываем контейнер. Я не видел, что там выпало. Главное, чтобы пацаны спойлерили просто. Ставил 3 X5. Пи***ец. Сколько он лям стоит? Минус. 1 666 166 рублей ставочка, 7 секунд, 6, 5, блять, краун уже, это плюс, да? Это должен был быть плюс, ну да, 330. Нихуя. Нормально, нормально, назад вернули бабки, что, хочешь поставить за 6? Да. Так а что эти, я уже слышишь, это, седьмой контроль. Ладно, давай с тобой за компанию открою. И везде минуса. Наверное. Давай открою вот этот за 7. Бля, вот это я сейчас в минус уйду, бля. Везде просто дикий минус. Давай, братан, я с тобой просто. Вот после этого я сейчас говно выпадает, я, блядь, я сюда вот даже приезжать не буду. Кирилл, 124, удачи, чел, пусть вы нагнете сервер, а не он вас. Спасибо, 7 лямов, бай-бай просто, сейчас минус там выпадет. И реально покуп там был в 9 мультов хотя бы, да? Не, ну это слишком. Выпало там что-нибудь. Здесь же, короче, система, типа, ты ставишь, и плюс-минус там в районе 2-3 лямов тебе выпадает, типа, не больше, не меньше. Либо 2-3 в минус, либо 2-3 в плюс. Ты, типа, не поставишь 6 лямов, и тебе черон не выпадет никаким образом. Ну это смотраешь, говорю, тут все для игроков. Не спойлерите, пожалуйста. 7 лямов минус. Блять, это 6400 или 6600. 9? Сколько? 9! Поднял или слил? Поднял. Но все равно я в минусе. Сколько еще надо контейнеров? Ну я, короче, 13 было там с чем-то, и 13 ухожу, ну нафиг, короче. Я уже раз поставил лям 666. Мне повезло, давайте еще раз поставлю. Вдруг это какая-то... Вот тут перебей. Баганная перебей. Сумма просто. 3 секунды. Бля, это минус, да? Или нет, это не мне? Плюс. Подожди, это мне или не мне? А, у меня Шкода за 2100, фига. Хорош. А где она? Ну ладно, пофиг. 2100?
Забрать деньгами. 13400. Блин, а я не помню, сколько я ушел, минус или не ушел. Но вы сейчас справа внизу летите. Ну, я уже говорил, где-то видите счетчик. А пацаны, 15.49. Последний контейнер в этом дне. И вообще на этой серии. Лям 666. Вряд ли уйдет плюс. Скорее всего, минус, потому что два раза в плюс ушел. И выпало Е46. Спасибо. Минус 300 тысяч. Вот. Ролс, просто дай мне сил и надежду, что я просто заберу отсюда что-то. Главное, чтобы пацаны не спойлерили, потому что, ну, так неинтересно, бля, реально. Открываем просто, открываем контейнер. И здесь Шкода плюс, плюс, это сколько, 400 тысяч, да? Ну, где-то плюс-минус, да. 3999, нормально. 13512, пацаны, я хз, ушел в плюс я или не ушел в плюс, вот отвечаю, не знаю. В принципе, пацаны, такой вот видос вышел, вот если вы досмотрели до этого момента, просто напишите в комментариях также, что вы думаете об этих контейнерах, что-то вам выпадало, или вы не открывали, либо что вы самое дорогое просто выбивали, либо насколько вы в плюс, либо в минус уходили, вот. И если у нас уже такая вот пьянка пошла, да, мы уже так пошли хорошо и открыли сегодня плюс-минус контейнер. Ну, хорошо это для меня, что я не ушел там ляма 3 минус. Это уже хорошо, типа. Давайте сделаем конкурс на... Давайте на 3 места по 100 тысяч, то есть... 300 тысяч мы разыграем среди подписчиков. Все, что тебе нужно сделать, это подписаться на этот канал, поставить лайк данному видеоролику и написать любой комментарий с твоим ID ВКонтакте, чтобы в случае победы я смог тебе отписать. Также давайте, если этот видос наберет очень хорошую активность, мы откроем... Хорошо, мы откроем, не будем дешевые открывать, мы будем открывать средние, прям так, по жескачу прям, либо элитные. Так что все, жду вашу поддержку, участвуйте в конкурсе, желаю вам всем удачи, всем хорошего настроения и всем пока-пока.